Почему дервиш дервиш? Ани кишиш, ани мулла, ани имам, ани бископ, или раббай, или какой-нибудь другой такой ораш, да? А просто дервиш, потому что дервиш и в мечеть ходит, дервиш и в церковь ходит. Дервиш и в синагогу ходит, и ему одинаково там делать нечего. Он там с людьми говорит, мудрых пророков слушает, растолкования разных интеллектуальных людей слушает. И все пророки дервиша, дервиш здесь, чтобы заметить пророков. И иногда обряды. Вот дервиш может христианские обряды тоже исполняют, но я не исполняю, потому что мне не нравится. Я родился в христианской стране, и мои родители особенно неверующие были, совсем неверующие были. Советский народ, да, какой верующий? Вера только в светлое будущее и в космические просторы, откуда всем хотелось из Советского Союза уебивать. Поэтому космонавтика была самой развитой отраслью Советского Союза. Да. И это самое, это потому что все понимали, что от Советского Союза иначе никак, и никак. Они же не были командирами, солдатами армии независимости, они других альтернатив не видели, как космонавтику развивать. И этот мир, центр этот, космический этот, что там висел. А ничего в Советском Союзе не работало, а это еще 20 лет работало, пока американцы свой софт туда не засунули, вирус не упал, крутился, потому что советский народ это так строил, как ара последняя точка, куда можем прийти от Советского Союза, избавиться, или там люди даже год-два сидели не возвращали. А народ, ара спасти, ара не вернусь, не вернусь. Заставите вернуться, ара в капсулю сяду и в открытый оста. Эй, я, вот так это было все. Дервиши все знают. Дервиши все экзистенциально знают. Им не надо улетать туда-сюда. Сидит на месте, антенна включает. И Аллах ему все рассказывает, честно. Обманывать. Зачем ара Аллаху обманывать дервишу, дервишу обманывать Аллаху, ара незачем, ни у кого ничего не получится. Честно говорят, да. Честно говори, с Аллахом все знаешь, честное слово. Но в этих обрядах, ара потом, когда это переворот, мереворот, вдруг решили коммунизм, это значит христианизм нужен. Эти по ту сторону исламизм захотели, это еще лучше. Чем от коммунизма христианизма. О, яра, это от инквизиции к инквизиции. В исламе инквизиции не было нигде. Этот ИЗИС, это дети инквизиторов, англичане, американцы, русские, да? И чеченов еще каких-то там сирот присосали. Харам, харам, чеченов. Чечены съебитесь оттуда, да? И вот так, да. Эти пусть. Эти пусть, это их дело. Они свои же убивают, говорят, мы виноваты, пусть. И вот они на этих обрядах пошли, там тер-тер говорит, вот я притворяюсь, я как будто я Иисус Христос, ара. И вот говорит ара, например, берите, кушайте. Это мое мясо. И грязными руками это мясо сует ара всем детям. Там женщине, может, там отсосала, пришла туда, сует, потом оттуда ребенку, потом оттуда снимает. Этот ребенок, говорит, может, там зубы выпали, бактерии. В Мессии эта женщина отсосала, оттуда вытаскивает больной человек, наверное, бруцеллезом, а другой туберкулезом, а другой энцефалитом клеща, другой воспалением чашки, сустава колена. Я в энциклопедии, вам не потому, что я ветеринар, не, я читал очень смешную книгу английскую, не то Джером Клапка Джером, не то Клапка Джером Кером,
ni to kerop serop, ja ni pa nimaju ni tamo ni vo, on tam čital cijeli spisak enciklopedije medicinske, i kak mi delim, da, i rešil što u njivo kromi vaspalenja kalinoj čašči i vse ostalne bolezni jest. Ну, как нас нам жалко всегда, да. Да, а потом говорит, это тертерограшора, пирите и пейте, это кров мой. Ора там винора, и пьет, и под кайфом расхуярит, ора каннибальские вещи мне, это обряд мне. Ора так, ора говорит, это Иисуса, мясо Иисуса, кровь. Ора даже если, ну, у полонезийцев говорят, человека кушаешь, это большой почет для человека, потому что у них маленькие острова, квартирный вопрос там очень-очень острый. Места нет. И когда человека кушаешь, ты освобождаешь его от квартирного основного вопроса этой планеты. Это я понимаю, но... Ара, Иисус, ара, 2000 лет, ара, этот труп до сих пор кушает кровь, пьет, ара. Не, это не христианство, ребята. Это шайтанизм!